Всем добрый вечер. Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Сейчас будет прямое включение. Я буду делать круассаны. Мой муж француз, и он обожает круассаны на утро. Французы не могут без выпечки, без шоколадного хлеба, без круассанов. И вот у меня под рукой есть все ингредиенты, поэтому я решила сделать круассаны а ля maison, то есть такую домашнюю выпечку. Что мне для этого нужно? Зачем мне бутылка вина? Чтобы круассаны были пышнее. Шучу. Сейчас вы узнаете, зачем мне бутылка вина в выпечке. Итак, что же нам нужно для этого? Вот у меня есть такая штучка. Это по-французски называется тюперуар. Тюп, да? Иногда мы называем. Вот такая марка, я думаю, все ее знают. У нее очень много таких различных приспособ, гаджетов для кухни. У нас тоже очень много. Если хотите, сниму видео. Тетя моего мужа занималась именно вот этой маркой. И что? В общем, нужна вот такая штучка. Разделение для круассанов. Она идет габарит маленький, габарит большой. Какие хотите круассаны, такие и делайте. Сейчас я посмотрю, какие для меня будут лучше. Так, шоколад. Вот такие батончики шоколадные. Специально для круассанов. Это черный шоколад. Вот эта марка. Можно ее... Trésor du Chef. Можно ее купить в различных магазинах. Я покупала в магазине Zadio. Там очень большой... район, то есть большая очень полка для патиссерии, для выпечки, для тортиков, для всего-всего-всего. Можно найти различный шоколад, карамели и все, что вам нужно. У меня тесто, тесто слоеное, биоорганика. Можно, конечно же, сделать самим, если умеете делать слоеное тесто. Честно скажу, я не хочу заморачиваться со слоеным тестом, но можно самим, если вы куражёз, такая смелая и умеете делать выпечку хорошего. Вообще, признаюсь вам честно, выпечка это не совсем моё. Бутылка вина, нож и, может быть, понадобится вот такая бумага. Посмотрим, то есть пленка. Ну, а потом, конечно же, духовка и противень. Вот. Ну что, давайте сейчас будем делать. Вы, конечно, можете пойти в булочную и во французской булочной купить различные круассаны, различную выпечку. Она бывает чудесная, бывает не очень. Все зависит от булочной. Сейчас в последнее время говорят, что очень много булочных, которые покупают замороженную выпечку, просто разогревают. Но так как у меня есть тесто, нужно его использовать, пока срок годности не прошел, я решила сделать круассанчики. Тесто у нас продается различное, и песочное, и на пиццу, и вот такое слоеное для круассанов. Что мы делаем? Все банально просто. Мы берем тесто. Сейчас я попробую. Почему-то тесто у меня нужно было его подержать в холодильнике. Вот так. Наверное, я буду делать большие, чтобы не заморачиваться. Вот такой светопекарь. Вот, все очень просто. Зачем мне нужна бутылка вина, мои хорошие? Потому что у меня нет скалки. А скалка нужна, чтобы хорошенько прокатать, чтобы тесто как бы уже приобрело форму треугольничков или... Просто-напросто, как бы, разрезали мы уже его. Но так как бутылка, это не совсем гигиенично, сейчас я ее обмотаю, если получится, пищевой пленкой. Шикарно. Пищевая пленка пристает ко всему. Вот так. Как-то вот так.
теперь все банально просто. Мы просто прокатываем тесто. И оно разрезается без ножа. Вот видите, оно уже прям треугольнички готовы. Конечно, вы можете все это взять и разрезать ножом. Не обязательно иметь все эти гаджеты. Честно, для минималистов они и не нужны. Ну, так как у нас есть, я решила, что нужно использовать. Почему бы и нет? Я не люблю все, когда это лежит бесполезно. А если пользуешься, то нужно сохранять. А если не используешь, то нужно просто-напросто избавляться. Можно, конечно, и не бутылку, а то, что у вас есть под рукой. В принципе, можно и было и бумагой. Вот так. И когда мы снимаем, у меня вот тесто немножко, девчонки, мягковато получилось. Наверное, нельзя было вытаскивать так рано. Но было написано, что 10 минут до выпечки. Конечно, это мы не выбросим. Мы потом сделаем какую-нибудь булочку с шоколадом. Добро нельзя выбрасывать, правильно? По крайней мере, я так считаю. Наверное, надо было бы мукой. Видите, получаются квадратики. Ой, квадратики, треугольнички. Ой, я тут шумлю, потому что приготовила противень. На противень, конечно же, всегда выкладываю бумагу. Так вот, на кухне у меня мало места. Ну, бывает такие кухни, где мало места, поэтому иногда я, когда пеку, я иду к свекрови. Как? Слава богу, у нас отличные с ней отношения. Так, берем шоколад, и вот сейчас я посмотрю. Наверное, 2. Что-то у меня под рукой не оказалось теста. И мы просто закручиваем. Сейчас покажу. Вот он, круассанчик. Вы можете смазать круассаны яйцом, желтком, чтобы они были такие золотистые. Но я ненавижу запах вот этого желтка на выпечке. Шоколадные палочки, они удобны тем, что вот уже прям форма, и не нужно заморачиваться. И когда он в печи, круассан, то в духовке все идеально. Вот. Это, конечно, домашние круассаны, в принципе, они не могут быть такими огромными, как булочные, пышными, нет. Такая домашняя выпечка, ну, когда нет под рукой, почему бы не попробовать? И мы еще, когда у нас гости, на аперитив любим делать круассанчики, только та часть, которая поменьше, с различными соленые круассаны. Можно с лососем, можно с сосисками, в общем, с чем хотите. Вот, расскажите мне, хозяюшки, какую выпечку делаете вы, какую выпечку любят у вас. Может быть, пироги делаете, пирожки сладкие. Я думаю, что делаете. Ну, кто не совсем на диете, а если даже на диете, то, может быть, делает своим родным и любимым. Я вот не буду есть, или там один, может быть, попробую, а свои не попробую. Но мальчишки мои и свекровь любят. Ну, вообще, французы, им, моим французам, не буду всех как бы под одну гребенку, им трудно дается соленый завтрак. В отелях, когда они едят и яичницу, муж, а так он любит сладкие завтраки. Это не есть хорошо. Я, например, больше люблю и сейчас стараюсь есть соленый завтрак. То есть яйца, бутерброд с лососем, что-то с сыром. Как-то не хочется мне в последнее время ни каши, даже ни сладкого йогурта.
редко, когда захочется. А вот французы, они любят свою выпечку, свои французские булки. Так, остался один. Сколько у меня раз? Так, 8 круассанчиков получилось. Я забыла поставить духовку разогреваться. Ну ничего, как раз. Ну вот, получается как-то так. Расстояние нужно, чтобы, потому что они раздуются чуть-чуть, было между ними достаточно. Попробуем. А, булку с шоколадом нужно сделать. Так, круассаны в печку. А сама пойду делать пиццу или киш. Не знаю, что еще на ужин. Да, вот у этой штучки, у нее уже в комплекте шел такой валик, но просто мы его потеряли, и поэтому я использую бутылку с вином. Немножко вас заинтриговала. Ну вот, мои круассанчики готовы. Сейчас остынут и пойду угощать мальчишек. Всем приятного аппетита. Спасибо, что оставались со мной. И до новых встреч. Ваша Светлана Франция. Пока-пока.